Дебаты – это разновидность публичной дискуссии, главная цель которой – убедить в своей правоте третью сторону. Навыки ведения грамотного диалога и отстаивания своей точки зрения перед оппонентом, несомненно, пригодятся юным лидерам, активистам школьных молодежных организаций. И на самом деле я соглашусь с мнением, что дебаты – это на самом деле вся наша жизнь. Мы везде устраиваем какие-то дебаты, задаем вопросы друг другу и вообще, в принципе, соревнуемся в мнениях. Мне было интересно все-таки узнать приемы, которые используют уже депутаты, какие-то известные люди, чтобы победить в споре. Потом мне еще было очень интересно именно вопросы, которые мы обсуждали. Ане Сапунковой и другим участникам городского союза старшеклассников «Статус» предстояло обсудить два вопроса. Первый касался места женщины в политике. Эта тематика была выбрана неспроста. Поделиться своим опытом ведения дебатов организаторы пригласили депутатов городской думы. Самое бурное обсуждение вызвал вопрос, оставаться или уезжать из Сарова после окончания школы. Чем же все же заняться в Сарове, есть ли какая-то перспектива? Это именно тот вопрос, который волнует нас, будущего поколения, которое, может, останется в нашем городе и будет трудиться на благо Сарова. Выпускники школы «Лидер» учатся общаться, познают себя и знакомятся с интересными людьми. Практический курс для активных старшеклассников был придуман давно. С годами лишь менялось его наполнение и тема занятий, которые отвечают интересам современных подростков. Для части думающих ребят еще важно мнение людей, уже состоявшихся и с именами известных. Поэтому мы и приглашаем сюда гостей, это во-первых, а темы ребята выбирают сами. Следующее занятие в школе «Лидер» будет посвящено юридической грамотности подрастающего поколения. Своими знаниями с учениками школ города поделится профессиональный юрист. Дарья Цапарыгина, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.